Жалоб от кандалакшан на холодные батареи практически не поступают, а те, что имеются, решаются в рабочем порядке. Намного острее сейчас стоит вопрос с приведением дорожного полотна в порядок там, где были организованы работы по замене сетей тепло- и водоснабжения. Таких участков по городу порядка 10. Земляные работы, согласно ордерам, необходимо завершить до 30 октября текущего года, напомнил всем замдиректора управления городским хозяйством. Более того, подчеркнул Юрий Мирбабаев, не просто завершить, но и выполнить полное благоустройство территории. Восстановить асфальтовое покрытие, если оно было нарушено. Обсудили участники коммунального часа и проблемы жильцов 73-го дома на Первомайской. Обещанного ремонта придомовой территории здесь так и не случилось. Впрочем, есть шанс на то, что средства все-таки будут освоены. 10 октября станут известны итоги повторного конкурса по выбору подрядчика. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.